Областный этап республиканского проекта «Уладар села» сегодня прошел у Речицы. Удел у им приняли 9 семей, пероможцы региональных споборництвов. Згодно с умовами конкурса, узрост удельников не превышает 31 год. Причем, как минимум 3 года, яны повинны проживать у сельской мясовости. Подробности далее у материале. «Уладар села» – самый имиджевый молодежный проект у Беларуси. Все лето он прошел у 12 раз. Организаторы областного этапа – Белорусский республиканский союз молоди и Головное управление идеологичной работы, культуры и по справах молоди у Гомельского облвыконкама. Насколько важен такой конкурс? Конечно же, важен. Это сельская молодежь, которая с утра до вечера в полях. И наша задача, общественное объединение, одна из задач – это организация их досуга и раскрытие их какого-то творческого потенциала. И вот именно конкурс «Властелин села» направлен на это. На набережной Дняпра – подворки пераможцев региональных этапов. 9 молодых семей сельской мясцовости. Кажут, что до областного этапа рыхтовались старанно. Урэшце перемагчы жадае кожны у якости узнагороды путевка у Минск, где напрыканцы наступного тыдня в рамках республиканского форума сельской молоди пройдут заключные споборництвы. Працовники Гомельской в области, до речи, на их не перемагали николи. Самый лепший выник – летошнее другое место. Хоть с іншого боку, у удельников есть еще больше важная задача – доказать, за все самим себе, наша семья лепшая. Самая шматликая команда на сёлетнім областном этапе – ярмольчики за Гаргородка Ленин Житковицкого района. Марина, Михаил и 5 детей. Старейшему сыну 11 годов, молодшей дачцы – 3. Але не глядячи на невеликий узрост, яна уже активно допомагает батькам. Многие говорят: ой, у тебя 5 детей, как ты с ними справляешься? Говорят, я не могу с одной справиться. А тут 5. Ну, как-то, слава богу, не знаю, мне не тяжело. Они знают, что надо помогти маме, они знают, что надо помогти папе, потому что, ну, вместе и садим, вместе и собираем. Гэты день удельники областного этапа республиканского проекта «Уладар села» запомнят, напэўна, назаўсёды. На протягу амаль 5 годин споборництвы у режиме нон-стоп. Выстава презентации семейных досягнений. Визитная картка «Витаем» по-беларуску. Конкурс «Сельские знаўцы» и еще одна презентация семейных традиций. Ближе до завершения – спортивные гульни и демонстрация на хуткость махчимостью работы с конями. Житё у вёсцы сапраўды мае свои особливости, причем удельники проекту кажуць выключно о плюсах. У нас своя баня, у нас свое подворье, у нас свои какие-то интересы в деревне. Плюс в чем? Дети всегда на свежем воздухе. Нету этой загазованности машинами, как в больших городах. Дети всегда, они развиваются, в принципе, всегда на улице. Они гуляют, у них своя площадка. Ну и мы не очень любим шум, поэтому для нас деревня очень устраивает. По выниках споборництва пераможцами областного этапа республиканского проекта «Уладар села» стала семья Яраш с Мазырского района. На другим месте семья Ярмольчик с Житковицкого, на третьем – Хомяковых с Будокошелевского района. Алексей Сентеров, Евгения Кухаронок, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» з Решицы.